Вы в своем вопросе очень правильно акцентировали именно внимание на тех путях, которые существуют. Их на самом деле всего только два. Пути урегулирования конфликта лежат в плоскости международного права. Выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, где мы будем сейчас участвовать, должны быть обеспечены. Таких резолюций 4. И все они требуют одного и того же. Чтобы территориальная целостность Азербайджана была восстановлена. Это наше суверенное право. Как и то является нашим суверенным правом, это восстановление территориальной целостности нашего государства не политическими, а, скажем прямо, военными средствами. Такое право также в соответствии с уставом ООН у нас есть. Мы просто не хотим к нему прибегать.